А вы знаете, чей это портрет? Уже в эти выходные саратовцам предлагают проверить себя на знание истории родной страны. Ну, как вы думаете, справимся на отлично? Будет работать 7 площадок на базе основных вузов города Саратова. 6 из которых будут работать онлайн, где студенты могут приходить и проходить тест на портале, который называется test-istoria.rf. И одна региональная площадка будет организована на базе Саратовского государственного университета. Настоящий праздник для спортивных болельщиков. Саратовский «Автодор» уже достиг немалых успехов. А в эти выходные спортсменам предстоит сразиться с финской командой «Бейзенс». Ну что, болеем за наш! Добавим в жизнь немного движения. В эти выходные саратовские танцоры покажут класс. Всех приглашают на концерт, посвященный участнице известного телепроекта шоу «Танцы на ТНТ» Анастасии Вядра. Ну что, поддержим нашу землячку? Концерт окажется платным. Может, это многих может быть удивит, но на самом деле мы это делаем для того, чтобы сделать небольшой подарок Анастасии. Естественно, каждый из нас, я уверен, сделал небольшой подарок, голосуя за нее в течение проекта. Но сейчас мы хотели бы, чтобы она вернулась и получила хорошее настроение. Мы очень надеемся, что она вернется с 3 миллионами рублей. И, может быть, наш подарок ей совсем не понадобится, но мы считаем, что это будет очень хорошо. До Нового года все меньше и меньше времени, и еще меньше выходных дней. Так что, возможно, пора отправиться по магазинам за подарками для родных и близких. Хороших вам выходных!